Алло. Так. Вы очень близко к экрану. К экрану от экрана отойдите и правее туда уйдите. Дальше вправо туда отойдите. Вы влево. Вот туда. А еще маленько туда. 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 Отодвиньтесь прям совсем. Нет. Я думаю, тут у меня не получается. Так не получается. А экран, экран никак нельзя. Экран повернуть, чтобы вы в стороне остались. Мне эта сова нужна для меня. Ну это нет. Ну ладно, отойдите в сторонку. Так. Так вот. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, нет, я не против. Так, рассказывай, кто, откуда и что. Я сам из Молдовы. Живу возле города Тирасполь. Вы, наверное, знаете этот город. Это какая область? Ну, это возле города Тирасполь. Я не понял, область-то какая? Это Молдова. Это не Россия, это Молдова. Что-то плохо слышно вас. У вас это микрофон далеко или что? Так, ну-ка, ну-ка, направьте, я... чтобы хорошо было слышно. Я говорю, я из Молдовы. Так я не понял, какая область это у вас? Это город Тирасполь. Город какой? Тирасполь. Не пойму. Красный какой-то, красный. Тирасполь. Тирасполь. А, да. На юге. Так, знаете, понял. Сейчас я подключусь, и будет лучше слышно. А ну-ка. Так, вы совсем ушли с экрана. Надо подальше отойти, чтобы вас голова не застилала все. Вы да, полностью отойдите назад. Дальше отшатнитесь. Вот видите, как я сижу, и вокруг у меня пространство. А вас на эту сторону тянет. Эта сторона моя, а эта сторона ваша. И мой снимок перехлёстывает вас. Вот так, вот. А теперь назад еще отойдите, чтобы лицо ваше потом не резало. Так, я слушаю. Какая нужда подвигла вас? У меня вот такие вопросы. Что такое рождение свыше? Согласно Библии, согласно святым отцам, что они пишут по этому поводу? Вопрос в чем заключается? Ну-ка. Что значит рождение свыше? Что-то плохо слышно, я прям не могу вас понять. Совсем плохо. Что значит? Что такое рождение? Понимаете, я только звук, бэ-бэ-бэ, вот так вот, и ничего не слышишь. Еще у вас такой микрофон-то? Сейчас я просто. А сейчас как? Ну, как будто бы получше маленько, потихоньку говорите. Что такое рождение свыше, согласно Библии и святым отцам? Ну, так вот, в интернете-то и бери, там написано. Трубка вообще. Вот и да, какая. Значит, я буду говорить, вы записывайте. Что надо вам найти? В интернете найдете. Рождение свыше. Отец Геннадий Фаст. Отец Геннадий Фаст. Он доктор богословия. Там все отвечено как надо. Вот вы уже ответ получили. Берите, считайте. Хорошо. А вот как понять, рожденный человек свыше или нет? Кто рожден? Как понять, рожден ли человек свыше или нет? Это другой человек совсем делается. Господь перерождает. Вот мусульмане, они понятия не имеют. У них все плотское рассуждение. Духовного ничего нету. Совершенно. Главное, он исполняет намаз, он говорит, а дальше его связь не касается. Это человек, который полностью доверяет Богу. Как вот, допустим, сейчас вот мы здесь что-то говорим, и в это время переформатировать надо. Полное переформатирование, стирает старое, пишет новое. Значит, сюда входит следующее. Ты должен признать себя погибшим и погибшим окончательно. Бесповоротно. А не так, я попрошу Бога, и Бог простит. Бог никому ничего прощать не прощает. Так, потому что возмездие за грех смерть. Вот это надо усвоить, главное. Мы должны мыслить категориями Священного Писания. Второе, поверить, что спасение наше зависит от прощения, которое дарует Христос даром. Он умер за нас на кресте. Он искупил нас кровью Своею. Когда мы это принимаем,
мы молимся, Бог умягчает сердце наше. И тогда принимаем крещение. Это за... крещение – это третья ступень, завершающая рождение свыше. А вот еще вот в Деяниях святых апостолов мы видим крещение Духом Святым. Это вообще, как это понять, другое. Это миропомазание? Или... Это мы, понимаете, миропомазание, как бы так, но это нет. Слово крещение означает погружение. Да. И вот об этом погружении Серафим Саровский говорит, о цель жизни, стяжание Духа Святого. Ум должен как бы плавать в Евангелии. Вот это, когда человек живет так, он все время горит огнем. Его не надо заставлять, не надо дергать его, вот пойди там помолись. Вот я уговариваю, а что уговаривать-то? Он мертвый. Мертвый и живой, разница есть. Живой он разговаривает, живой заботится о своей жизни, он питается, дышит. У мертвого ничего нету. Так и это, сходил в церковь, свечку поставил, вышел, ничего нету. Он ничего не знает, он мертвый. И крещение примет, он останется мертвецом. Был, говорит, сухой грешник, а теперь мокрый грешник. Только вся разница. Эти слова, вот, которые говорите, вы все найдете, если зарядите отец Геннадий Фаст. Геннадий Фаст. У него подробно все объяснено. К этому я добавить ничего не могу. Это целая тема большая. Ее тут не надо разрабатывать, она уже разработана. А вот еще вот такой вопрос. Вот в первом послании Коринфянам, 14 глава, 2 стих, там вот такой текст, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не себе, а Богу. Как это понять? И вот я видел у пятидесятников, там они говорят, что это дар иных языков. Почему это сейчас так не распространено вот, ну, в православии? Это вообще как? У Рене Леонского уже это не считается. Понимаете, у вас что-то с этим, с микрофоном беда. Какое-то эхо идет. Я вас слышу. Гласолалия, это говорение на языках называется такое дело-то, оно прекратилось в третьем веке. В этом никакой нужды уже не было. Мы не считаем, что Златоуст, все великие говорили, хотя они знали. Это был дар, который свидетельствовал о том, что человек принятый и прощенный. А как он Богу говорит? Изливает неизреченными словами. Вот сегодня попросишь, помолись. И он стоит, слова подбирает и не знает, что сказать. Спасибо тебе, Боже. Верующий никогда Богу спасибо не говорит. Он говорит, слава тебе, Боже наш, благодарю. Спасибо, это настолько вульгарно звучит, заезженное слово. Нигде в переводе слова спасибо нету, и понятно. Мы должны подниматься до уровня, который Бог нам позволил иметь, а не так, что я стою в луже, и туда ко мне Бог должен сходить. Надо тянуться туда. И когда погруженный человек, слово крещение переводится одним словом греческим, погружение. Мы должны полностью погружены быть в благодать Духа Святого. Не просто я уверовал, принял крещение, но я должен этим жить. Крещение Духом Святым никогда не дает покоя человеку. Он все время понимает, он не достиг того, к чему призван. Он будет все время работать над усовершенствованием. Каждому человеку, какой подход, Бог работает, он плывет в этой благодати. А человек не рожден, вот мы много времени, а пятый месяц, в чат рулетки. А зачем мы там? А что вы там делаете? Да там такое. Он не понимает. Я говорю, я примерно нашел уже 650 человек, с которыми мы разговаривали как должно. Остались записи. Только сегодня вот я беседовал, человека 4 уже было. Открыто. 2 мусульманина из них. Им мы возвестили истину. Ну да, я смотрю вас. Сейчас я там по... Во свете Библии смотрел ваш канал, вот интересный канал там. Я скину, как много информации. Кончим говорить. Много информации. Я скину здесь. И на моление, вот у нас среда, пятница, воскресенье, занятия идут. Занятия по скайпу. Вот старайтесь прийти, и вы там эти все вопросы можете увидеть, разрешаются как. Ага. А это, что я сказал, вот я запомните, вот... отец Геннадий Фаст. Я никому не могу препоручить вас. Он это знает. Он из Менонитов пришел. В моем доме он покаялся. Стал православным батюшкой. Немец. Ну, я смотрел некоторые его лекции там. Смотрел там диалог между одним священником и... И он там отвечал, ну, по поводу того, что люди не могут спастись. Люди могут спастись и вне церкви, он говорил.
Ну, когда бывает, они не слышали. Об этом говорит в 11 главе к римлянам апостол Павел. При том, что они, эти люди, не слышали, и благовестники к ним не дошли. Их совесть то судит, то оправдывает. Да, в этом случае он прав. Но если был здесь, он не слышал и не принял, никакой надежды нет на спасение. Это только по Осипову там еще обманывает людей. Все это подделывается, чтобы понравиться, как говорили. А раз он так надеется, ничего и нету. Вот еще такой вот вопрос. Вот крещение младенцев. Крещение должно при критериях быть. Когда человек имеет веру, наверное, тогда человек может принять крещение. Но младенец, он же не понимает, что над ним совершается. Это нормально вообще, что совершается крещение младенцев? Вот. Что нормально? Ну, многие учителя церкви, Иоанн Златоуст, говорили то, что, ну, и другие, конечно же, говорили, что то, что крещение младенцев, это бессмысленно, понимаете, потому что человек не понимает, что над ним совершается. Вот. Тут не разум решает. Потому что крещение, Колоссян, 2 глава 11 стих, говорит, оно прообразовало обрезание крещения. А обрезан был 8-дневный ребенок. И кто не будет обрезан, истребится. Душа, это очень серьезно. А ребенок-то ничего не понимает, что еврейский, что какой-то язычник крестится. И как? Никак. Они входили в завет. Крестился сам и весь дом его. И поэтому в Новом Завете церковь так и приняла. Раз прообраз заключался в обрезании, а обрезание, сроки, все переходит сюда. Так что, если как сейчас приходит, там голову чуть волосы помочит, деньги заплати, не надо это делать, это обман. Они не верят родителям. Надо крестить только у тех, которые искренне верят, которые будут его воспитывать в христианском духе. Это я понимаю. Это еще одно. Вот, если с родителями не говорят, не проводят с ними никаких бесед, то это вообще катастрофа, я считаю. У нас еще нет никаких бесед, ничего и нету. Вера от слышания, говорит. А когда он подрастет, услышит, а может быть он будет каким-то другим. Неважно. Сегодня он христианином должен быть. Причащается. А бывает уже с 5 лет ребенок против. Ну, что сделаешь? Я вот как-то у баптиста проповедовал. Я говорю, вот вы бы знали сейчас, вот одна мать держит там с ребенком. Я говорю, сейчас, вот внезапно, вот умерли вы, а ребенок не крещенный, и он у вас будет в другом месте, чем вы. Она говорит, я сегодня готова крестить. Ну вот видишь как. Надо в образах показать, как бы ты поступил, когда наступит вот этот критический момент. Тогда вопросы все отпадают. А там еще сегодня, да вот он вырастет, он не вырастет, умрет в этом состоянии. А войти в церковь можно только через крещение. А вне церкви нет спасения. 2:47 Деяния апостолов. Вот все, связь-то прямая. Целая цепочка. Деяния? Что как? Деяния? Деяния 7, по-моему, глава, как вы сказали. Что-то у вас совсем плохо, так говорит. Говорите. Не, вы говорили Деяния, там привели цитату из Деяния. Какая ссылка там? 2 глава, 47 стих. 2:47. Угу. Да, и Колоссянам 2:11. 2:11. Вот. И еще вот есть вопрос, почему возникает неверие у человека? Вот бывает такой момент, что критически, скажем. Что с человека? Неверие в нем какое-то пробуждается, как будто что-то не от него идет. Может быть, я вопрос не понял. Это Бог делает, человеку это не сделать. Это благодать. Неверие. А? Нет, я говорю. Неверие у человека возникает. Это как можно понять? Неверие. От лукавого? Бывает это испытание. Нифон тут дал такое. Встало, веры нету. И он 2 года так без веры молился, пока Бог снова не вернул веру. Не дай Бог этой казни. Но, как правило, это греховная жизнь. Жил, сидел, не благовествовал. Бухтел по-своему. А потом Господь просто закрыл дверь. И он сразу встал, я неверующий. Ему ничего не докажешь. Теперь он будет только по помойкам лазить.
там не так, там не так видит. А ты о себе скажи, ты и так теперь поступаешь? Да. А вот тут еще вот такое. Вот в Деяниях, там, в посланиях мы видим то, что апостолы крестили во имя Иисуса Христа. Там было одно погружение, а вот сейчас три погружения и не во имя Иисуса Христа. А откуда это известно, что одно погружение? Откуда мы узнали? Ну, просто Вселенский собор уже троекратным погружением, наверное, они это собор, учредили. Собор — это апостольское правило, еще и соборов не было, за 300 лет до соборов. Первый век, 50-е правило. Аще не в три погружения в кресте, да будет извержен. Три. Другого правила-то нету, что именно одно, такого нет нигде. И в требнике, и везде все у них написано как... Во имя Господа, да повери в Господа, а слова произносит во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот за каждым произношением полное погружение. Как Кирилл Иерусалимский говорит, ты выныриваешь, человек воскресает. Вот и весь сказ. Вот, как привлечь молодежь, в церковь? Как жить молодым-то сейчас? А? Хранением себя по слову твоему. Давид это уже знал. Хранением себя по слову твоему. А Библию не считает и ничего не интересует. Кроме блуда ничего и нет. Две извилины в мозгах. Это люди, не предназначенные для неба. Это пакли под хворостом в аду. Треск терновника. Ничего тут нельзя сделать. Он не готов, его и не сдвинешь с места. Он живет одной минутой. Страха нет, что он умрет сегодня. И где я буду на том свете? Даже никогда не думает. А Бога нет. Это Бог не может куда-то деться. Я говорю, утром молились, был Бог, а сейчас нету. Куда он делся-то? Неверующих в мире, что Бога нет. Вот как Псалом 13, 52 сказал, безумие в сердце своем нет Бога. Таких людей насчитывается не более 8%. А количество преступлений на них падает 99,9. То есть это преступники. А зачем он будет воздерживаться? Ему это не понять никак. Верующего даже в мыслях не допускай. Ненавидящий брата есть человека-убийца. Посмотри, что с вожделением на женщину уже прелюбодействовал. Они вот мусульмане, они понятия никакого не имеют. Я им еще буду доказывать. Я должен сказать о Спасителе и отойти. Не бросать жемчуг перед свиньями и псами. Понятно. Ну вот я задал вам все вопросы, которые меня интересовали. Спасибо, конечно, большое. А наши я не пойму. Как обязательно. На нас-то как вышли? Ну, вас я смотрел по Ютубу. Именно. Ну, а как вы нашли по Ютубу? Увидел вас. Это же много. Как вы могли на наш Ютуб выйти? В смысле? Кто мне сказал? Кто-то показал или как? Что у вас? Как попало? А, нет, оно само выпало. Ну не само, значит, какой-то темой вы занимались. И по этой теме система показала. Нет, ну да, я смотрел там православные вот там видео, и из них ваше выпало. Вот и ладно, потом да. Одно с другим. Я знаю, что это как-то связано с тем, что мы заряжали. Поисковик. И поисковик вывел. А просто так наобум, да никогда не дойдешь. Их миллионы здесь роликов. Ну, согласен, конечно. Ну, ладно, если ничего нет больше, все. Во славу Божию. Да, спасибо большое, до свидания. Сейчас я скину вам материалы. Сейчас.